С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 25 февраля. На свет появились в этот день 1707 год Карло Гольдони, итальянский драматург, автор пьес «Трактирщица», «Слуга двух господ». Фактически он совершил просветительскую реформу итальянской драматургии и театра. Он вытеснил импровизированную комедию дель'арте произведениями с реальными характерами и содержанием. Делал основную ставку на открытую остроумную критику пороков общества. Ну а мы помним с вами свою версию Труффальдино из Бергамо. 1841 год. Огюст Ренуар приходит в этот мир. Французский живописец, график и скульптор, представитель импрессионизма. Ренуара всегда интересовали люди, и все главные принципы импрессионизма он реализовал в портретах своих родных, друзей, состоятельных заказчиков, любимых моделей, иногда вообще известных и влиятельных, а иногда случайно встреченных и уже давно забытых. Самые известные картины Пьера Огюста Ренуара «Завтрак гребцов», «На качелях» или «Качели» и «Зонтики». 1873 год, день рождения Энрико Карузо, оперного тенора. Дебютировал в Неаполе, а потом выступал по всей Италии. Часто пел в Лондоне. Был звездным тенором в каждой из 35 опер, в которых он пел. В Нью-Йорке, где дебютировал в 1903 году. Сделал около 250 записей, которые отражают его эмоциональный итальянский стиль. 1943 год, день рождения Джорджа Харрисона, Битлз. Джордж и Пол Маккартни были первыми будущими битлами, чьи жизненные пути пересеклись. Оказывается, парни познакомились еще в 1954 году, когда ехали в одном школьном автобусе. Полу было 12 лет, Джорджу 11. До этого момента Харрисон и Джон Леннон в течение 3 лет, представляете, посещали одну и ту же начальную школу, но никогда не встречались. Разносторонний музыкант, Джордж играл на 26 различных инструментах, и его по-особому любила публика, ну и, конечно же, фанаты. История этого дня. 1946. Красная армия переименовывается в советскую. Рабоче-крестьянская Красная армия, РККА, была официально образована в феврале 18-го, а советской стала после Великой Победы, и то практически год спустя. Это произошло по указу Сталина 25 февраля на 2 дня позднее официального государственного праздника – Дня Красной Армии. Вместе с переименованием армии происходила смена названий многих других государственных структур – совнаркомов, совета министров и прочее. По высказанному Сталиным мнению, название «Советский» должно было закрепить избранный народом путь социализма. 1964. В Ленинграде кардиохирург Василий Колесов проводит первое в СССР успешное коронарное шунтирование человеку на работающем сердце. И в этот же день 22-летний Кассиус Клей в 6-м раунде боя, проходящего в Майами, выигрывает у Сонни Листона и завоевывает звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе. Вскоре он объявит о своем переходе в ислам и возьмет новое имя – Мухаммед Али. 1977 год. Трагедия. Пожар в московской гостинице «Россия». В тушении участвуют 1400 пожарных и 143 машины. Погибает 42 человека, в том числе 13 пожарных. 25 февраля 1991 год. Подписаны документы, которые упраздняют военные структуры Варшавского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Туда входили Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Был подписан он в мае 1955-го на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Был своеобразным ответом на создание НАТО. 1992 год. Образовано Российское космическое агентство. Ныне у нас есть государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос». Российская корпорация, которая управляет космической отраслью страны. А все произошло путем преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос». Ну и последнее. В ночь с 24 на 25 февраля 1956 года на закрытом заседании 20-го съезда КПСС Никита Сергеевич Хрущев делает доклад о культе личности и его последствиях. До сих пор вокруг истории этого доклада многочисленные дискуссии.
Известно, что стенограммы его выступления не велось. Сам доклад был зачитан уже после окончания основной работы 20-го съезда, когда Хрущева переизбрали секретарем партии, то есть снять его с высшего поста было в ближайшее время, по крайней мере, невозможно. На закрытое заседание не пригласили иностранных гостей. За время выступления никто из присутствующих не проронил ни слова. Пусть ночью, пусть в обстановке строжайшей секретности, но вслух, открыто, с официальной трибуны произнесены слова «террор», «культ личности» и «нарушение закона». Зло было названо и признано злом. Это очень важно. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».